На автодороге Альпика-сервис Розаплата 33-летний водитель ВАЗ-2114 по предварительным данным выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением 43-летнего местного жителя. В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Чуть позже на улице Вишневая 20-летний сочинец на ВАЗовской девятке двигался с высокой скоростью и наехал на пешеходов, которые шли по тротуару. В результате ДТП с различными повреждениями в больницу были доставлены 7-летний ребенок и его мать. Вечером уже в половине девятого на улице Ивановская 29-летний водитель Mercedes-Benz Vito при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Honda, который двигался навстречу. В результате пострадал 29-летний водитель мотоцикла. Еще одна авария произошла в районе села Молдовка. Водитель мотоцикла выезжал с АЗС и на высокой скорости столкнулся с другим мотоциклистом. В результате сильного удара оба водителя скончались на месте. В ДТП пострадала и пассажирка, она была госпитализирована, но спасти ее врачам так и не удалось. По фактам всех ДТП сейчас проводится проверка.